Процесс завершен. Оценка цели проведена. Смена курса. Что вылезаем? Вылезаем. Бьем роботом. Единица Левиафан завершает свою работу. Там если кто хила собирает, берите. Можно еще, кстати, дракончика валинуть, там тринка хорошая падает. Нужна эта триня РПД? Ну, мне нужна, в частности, да. Убьем-то тогда, чего убьем 5 минут его. У нас все равно добор идет, правильно? Да. И все. Все каски раздохнем. Эти пристабав лапку. Все, я запускаю. Рыба стоит в кахала. Сразу же, как появилась, гарпун пускайте, кто близко стоит. Пускайте труп. Быстрее, она скоро снова взлетит. Ну и все, убиваем. Упала. Ну, танком кто? Ладненько, еще кто-то есть? Нету.
Учу сердцееда. Красный захиливаете. С черного выбегаете, нет. Типа чикнуть. Как бы. Да. Все готовы, погнали. Ой, танч. Не бурстите, бурстанете в сердце. Геру по команде. Скажу когда. Черный надо выбегать, сердце пустите. Бей, успеем. Дайте Геру. Забивайте, Крёш. Ботов убейте, БДД. Ситуация начну. Чёрт, надо выбегать с рейда. Валера. Убейте. А мы ботов убейте, они чинят робот. Да. Или зону заложу. О, приз бей через взрыв, а то маны нет. Искра. Иди выбеги. Это шаманов. Шамановский вот сейчас. Хапало нормально, типа тема. Трэш. Понемногу. Да.
Залетим. А, слева идет, слева идет. Ноги заходите. Петрик пишет ДД 5.9+. Нормально, да? Прикольно, трансмут. Че, пройдем по боку, блин. А вот этот таймер на 1 час запускается после первой попытки или после открытия ворот? Я вот тоже думаю, давайте ворота пока вообще не будем открывать. О, зашел лок, у которого есть этот ПТ. Напиши ему. Может, пойдет. Че за лок? Ну, у него, по-моему, там почти бис шмот. Не знаю, может быть, даже бис. Давайте пока ворота не будем трогать. Не, он не пойдет. Говорит, не играет уже. Это самое. Пока у кого какие-то там недочарки, недосокеты, можете как портануться в Valorant, там сделать класки, там купить еще что-то. Не знаю, пока выбираю, ищу. Сразу гербовые накидки снимайте. Ваня там стрелы купил другие. Что-то у тебя. Ага. Не знаю, у тебя реги есть? Я тебе могу чарм. Мохито тоже вон 25 уже сколько собираю, так же как я начал, даже еще пораньше. Да, волчади собирать вот будет безнадежно. Часа по 3 собирают. А, подожди, это блок.
хочет пойти. Его зовут Бес, напиши ему по-русски Бес. Он Афликом может пойти, говорит. Нашел, принял. Конечно, сова была бы лучше. Было бы неплохо, да? Ну, идеальный состав подбирать, я не знаю. Наверное, нереально. Ну, вот именно что. Я про то же. Там Демон, Редвик, сова, БТК, Протопал, там, Коршам из Рул. Кого смог, того нашел. Можно договориться еще там, если не получится на следующей неделе также. Конечно. Я пока не сделаю посланника, так я все каждую неделю, каждое воскресенье буду собирать. Я специально друзья добавлял, у кого есть. Это я сейчас посмотрю еще чуваку. А, Дудутипка он не играет уже давно. Церцея. Вот Мир, да, Шаман. Это у него есть. Джека, только я не помню, что это за класс. Реги, ты есть с собой на инчар? Вот. Валера, у тебя там? Всех сейчас зачарил, кому что не хватает. У меня пыли есть немножко. Больше ничего нет. Предмет нужно надеть или взять в руки. Я тут что? 6 кристаллов этих пропасти тут. Шкафчик. Пока на мага пойду. Чё, давайте беса сунем. А он там еще будет, говорит, кнопки ставить, что-то такой макрос описать. Ну, не знаю. Видимо, у него спека нету, он, видимо, снес себе. А, ну, уже готов. Зато два СС-а будут. Это уже радует. Ну, это да. Ну, ШПшка чисто через рыб играет пока, да. Один гимн, да, только. И одна заливка маны. Ну, я там возложение дам кому-нибудь шаманка. Снимайте рубашки, накидки,
И хант еще стрелы обязательно поменяй. Стрелы джоги тоже. У тебя стоят какие-то стрелы, Валер, поменяй. В слоте ты имеешь в виду, да? Тоже выкинь их. У меня дончик есть, который чекает. Сейчас посмотрим. Так, у беса показано, что катушка стоит. А, это из-за трансмута. А, блин, а... Я не хотел, чтобы у кого-то какой-то трансмут-то был. Ну, остальные вот, тоже вводят. Так что вот, блядь, циркуль это пиратка из трансмута, прикиньте, может быть, да? Хрень какая-нибудь. Да, лучше сними и трансмут. Ну, не знаю, мне кто-то говорил, что нельзя. Нет, уверен, это нету. Нет, тоже. А, есть? Ну, во всяком случае, а почему он не показывает тогда меня в ладони? Пока у меня вообще все зеленое, все горит. Давай лимона пока сманем, а то он не проверенный. И закинь мне тех, кто не в этот в рейде, в восьмой пати. Идет ответы. Лока смотрим. Все, сейчас нормально. Только шаман остался, чекнул. Там реги покупают. А, вон, да, вижу, у Вериэта показывает голову, плечи, посох другого уровня. Мелкого, а еще грудок. Вериэт? Ага, вижу, тоже трансмут, да? Блин, а... Так, у лимона все нормально. Ну, вроде все нормально. Вроде все нормально. Так, что там? ТП хается? От меня трансмут, не? Да, все уже тут. У ШПшки ты видишь тоже. А, у него же БКшник. Ага. Пока тебе на это. Погоди, а у Валеры не наручи нет. Ладно, тогда без СС на Эрдрулю. Погодите, пока ничего не делайте. В идеале на СС на... Блять, на кого бы? БР-1 есть у нас? Если чё, БР не танка какого-то. Черный лимон сам станет. Давайте на ШПшку, наверное. А ШПшка там узнает, что ему надо оставаться на этот суровый? Да-да-да, тоже. Первый суровый ты тучку нажимаешь и остаешься. Там, я не знаю, второй суровый точно будет, третий. А там символ ставится, и он каждый суровый остается. Вообще ничего. Не знаю. Есть, да? Давайте тогда чек все на пул. Что, я на шапочку кидаю, да? СС. Да-да-да. Кто вы?
Открывай. Ага, все. Смотри, Войт, ты первый танчишь? А, я второй танчу. Фуаск далее танк. На фуаск пьем. Далее. На этих, на черных дырах будет... давайте маг, джамбазик, ты только эти бьешь. Черные дыры, которые будут появляться. Алло, маг. Бастрит, хавайте. Может, нам удастся взломать систему. А, все, понял. Вчера по видосам смотрел, чем больше черных дыр этих, тем как бы, блин, ну, вахила только видите. Я одну-две дыры закрою сразу же. Там, не знаю, третью надо, черную дыру, четвертую. Давайте по ситуации смотрим. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю систему. Все готовы? Вот, начинай. Ранжу держите. На этих не умирайте, только на метеорах. На пол обязательно не водой начали. Ханда бомба нормально будет. А рост как тут дается? Рост, герус плодаш. Сообщение от наблюдателя в любом случае. Да-да, ты ШП тоже есть. Че, хоп, смотришь, там просела цель, хоп, щит накинул. Чтоб ништяк, нормально все было. Даже для величайших умов. Ну все, поехали. Геру. ШП через рых бей, что мана регенерс. Чисто по КД. Все, маг давай на этих, на черных дырах. Какую-нибудь выбери и бей ее. Кара, смотри, кара, где? Ага, вижу. Что-то бьем дальше. Мага похильте. Мага закиньте. 3 секунды, пока не взрывай звезду. Сейчас куда? Смотрим, звезду не взрываем. Толпа, звезду взрывайте. Взрывайте звезду от своего рейда. Давай на другую переключайся. Забирай скилла с рейда. Его убьет сейчас. Ханта, ты Кара, внимание, 4 секунды. Стой, пока не бей звезду. Пока не бей. Кара упадет. Кара вижу. Сейчас упадет. Отхил рейда, взрывай звезду. Занку прохити. Удар. Смотрим, заходим. Да, я не успею. Я не успел. Верните его. Два стака тут. Хил рейда. Хил рейд. Лишь два хреново. Леоза сам себя. Да, чё там? Ревностный. Уже был. Я могу не выжить. Кара, внимание. Смотрим. И после кары взрывай звезду. Рида. Раз звезды. Ой, да хильте. Осторожно. Погоди, пока не взрывай. Пока не взрывай. Сейчас кара пройдет, тогда зальешь. Кара у танк. Бафайте лока, кстати. Красочку, прихтабав там. Взрывай. Я сам взорву. Нет, два хила, трудно. Да. Смотри, мы очень медленно сливаем эти... Да мы не убьем. Не ой, удары тут, уровы, находим.
Мы сейчас в Берсу упремся. Нас... Да, ложимся. Надо очень быстро все делать. Смотри, у нас проблема в том, что звезды медленно бьются, но если они будут биться быстрее, то я не знаю, это, наверное, не будет успевать захиливать. А кто вместо мага лоб, что ли? Ну, твоих человек, значит. Как думаешь? Я делаю то, что должен. Вот то. Не забудьте починиться. Тогда давайте без и маг сразу звезду разрывайте одну какую-то. Ну, как бы это понятно, я могу их бить. Проблема-то в том, что и нельзя бить вторую звезду, пока рейд еще там. Да, 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 я понял. Поэтому мы ходили тогда-то в три, по-моему, хила, там ДЦ еще был. Такая вот хрень. Никто не писал так. Был бы Олег, зашел бы в полипал. Да, нормально уже. Че, сколько? 44%? Да, дамага мало. Давай быстро собираемся. Стоит хаватин. Да стоит это поглощение магии тьмы, но оно помогает только в комнате в этой. Блин, точно, звезды же тьмой. Давайте вот по камушку еще возьмите. Лестники вы, да. Сессы не откатились? Фигово. А это, рот есть? Уже откатиться. Все, мама пили. Он быстрее запустится. Чек на пол. Рэнджо, держите. Все, все готовы, вот запускай. На всех держи обязательно омоложение, чтобы сразу захиливать эту фигню. Все, одна секунда. Он получит сообщение от наблюдателя. Беру. Лоб ему отбейте. Какую там одну. Да, я сестру в идеале, но я метку буду ставить. Дара, дара, дара. А, сейчас дам. Да. Ну, вот убейте. Взрывайте, взрывайте. Лихи. Лох провалился. Так, не надо стоять, сейчас он выйдет.
Гара, 3 секунды. Ну, как он, как умер-то там? Гара, внимание. Смотрим, где там, вижу. Предыдущий чипипок будет изрывать. Дойдите от звезды. Бейте, бейте, бейте. Стойте, 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 стойте. Там еще одна взорвалась. Сливы тебе. Эти маг минус Гара. Там БР нет вообще? У вас есть БР? Суровый, внимание. Заходим. Заходите, заходите. Остака пока. Кара, еще 15 секунд. Тут взрывайте какого-то. Ай, меня отхил. Меня улипало-то нету. Давай, падай. Адам, падай. Сейчас все нормально будет, я буду ставить метку и сразу я буду по ней играть, и давай ШП еще будет по ней играть. ШП один. О, хочу там трэш загрыз. Ну да, да. Ну там в этом случае надо как-то сжать камушек и этот лик. От чего еще можно умереть в комнате трэша? Да, тут каждый человек важен десятки. Сразу стоит. Двигаться, чтобы здесь день не стоять, там же АВЕ зона сразу делается, ты уходишь в портал. Кол на кнопочку В нажмите. Будете видеть, где они летают. Друиды еще нет. Давайте быстрее, у нас же время мало. Надо траить, 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 траить. Тыкать и шкаф. Надо убивать. Тыкать и шкаф. Тыкать и с ума. Давай, давай. Так, кидай СС на друля, я на креста. Значит, я с престом подбиваю созвездие. Все готовы? Начинаем. Ринжу наберите сразу. Да, ДПС вообще не яркий.
приставал. Есть. Лапу. Шипы по танкам. Лапу и шипы по танкам. Начинаем. Складки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя. Венеру. Прием череп. Близко. Пара, 3 секунды, 2. Тринкар на ханте. Поехать. Хит тереть. Усиливайте. Следующий бьем пристав. Бей их, надо быстро сносить. Ты иди там только от нее. Равно нами 3 секунды. Киливай тереть. Следующий играем. На войде. Сейчас заберу. Последний. Ну, чё? Все, ты огромный мне. Я пока не могу прочитать это за 2 секунды. Взрывается. Тинкар. Поставил следующую. Так, давайте их быстро. К единственной. Там не успеют. Блять, вы. Давайте, падаем, быстрее. Он же пишет, когда, чего он будет. Подойдите уже поближе. Следите. Нет, смотрите, тут в чем дело, я объясню, почему так получилось. Потому что там были звезды, туда завели созвездия, они исчезли. Вы внимательно следите, где остается это самое. Воронка это черная. И к ней заранее подвигайтесь, потому что там будет заводить созвездие, и там будет 4 дырки сначала, 3 из них будут закрыты. Останется только одна, в нее надо будет зайти. Я думаю, вы должны озвучивать, какие дырки вы будете закрывать относительно босса, там как-то говорить людям, чтобы они знали, в какую дырку уже бежать, ориентироваться. Вот я, допустим, заранее смотрю, где дыра, уже готовлюсь бежать, да, перед Сыровым. Но я же не знаю, может танк ее потом закроет через пару секунд. Мысли, Вов, у нас время идет. Лок. Да. Вы должны траить. Чё, Ваня, не говори-ка. Люди не могут посидеть часок тут как бы. Когда спамил в чате неделю. Люди не могут все сокеты чарки заранее сделать. Блин, у Вивальди
Ну, короче, у нас в гильдии вот сейчас прям даже онлайн этот чувак, у которого есть ДЦ на присте. Но это прист не его, и поэтому он не умеет им играть. Да, я знаю, он показывал, там не, шмот, ну как, сокеты не на ДЦ, а на холи приста вообще. Можно и пойдет как бы и под ДЦ. Но только видишь, он тоже писал то, что не умеет играть. Пати и все, и погнали. Не знаю, покажешь что ли? Он отклоняет. На ком он сейчас сидит? На Вивальди, вот прист. Так я ему кину, он сразу... А, он на нем сидит. Ну... Мне показывают этого приста. Не, ну он ФК. Сейчас я зайду в РК этой нашу. Смотри, а телолог еще здесь лежит. Так, ничего. Пошел он стел. Так, он где на уровне? Ну, есть еще кот такой, Тед Медведь. Да, у него был собран. Я вот вижу тоже, он у меня в друзьях, я только не знаю почему. Войт уже угрожает ему. Бери, бери, Вивальди, бери, бери его. Давай ему пальцы, я ему... Я не покидаю, да? Войду ассиста дам. У меня же тоже ассист есть.
Че, Перс Макгрегора? Нет. Ну да, можно так сказать. Там челик играл, он потом забил играть и разыграл своего перса, а Макгрегор его выиграл. Макгрегор отдал его вот этому суслятинке. Ну, временно. Пишет. Аркан Мак пишет. Убери, уже делать нечего. Только чтобы он сюда протонулся уже в одетом шмоте. Вот это ему обязательно напиши. Я не знаю, важно это или нет. Просто может из-за того, что время уже идет, считается, что типа босс. Выйти. Я понял. Здорово. Это самое, спеть меня и сразу же шмот одень. Мы тебя сюда портанем, али из-за этого. А чего забуриться, если что? И что там, гербовую и рубашку снимай сразу же тоже. ШП тут. Мак, чё, шмот одел? Сумонти. А, там герб, накидку сними и рубашку тоже сразу же. Давайте сумонти. Ждет ответа. А, нормально. Аддон показывает, что все хорошо. Да, нормально. Все, давайте бахнем. Рыбу ставлю. Хаваем рыбу. А, анджамбазик, когда и Вуди, вы эти звезды подбиваете. Ну, черная дыра.
Марк босс играет, остальные боссы. Все чек на пол. Нормально, я с престом подбивал. А, с престом ты подбивал? Давайте так. Да, я ставлю метку, значит, на звезду, которую бьем, и мы с престом его быстро заливаем. Ну что? Андерсон. Подожди, Андерсон. Он еще раскидывает таланты. Так, все, чек на пол. Это маги себе камней-то наделали, чтоб маму установить. Обязательно бей через взрыв. Похавай рыбу, чтоб полная мана была. Все, будет, начинай. Все готовы. На Кокаре-то хоть никто не мрите. Леру. Ты-то где? Пара внимания, 3 секунды. Чуть-чуть похуй. Кара. Захиливаем. 3 секунды. Отходи, шаман. На мне. Следите, какие закрывают. Захильте. Забрал. Вот я на себя метку поставил. Давайте заходить вот в эту, которая рядом со мной. Да, внимание. Смотрим, там. Подходите все сюда. Ближе. Подъем вот туда. 5 секунд. 5 секунд. Он удара осталась одна. Заходим. Выходим, прист, сразу бьем метку. И там еще кары будет. Не, отхилите сразу. Кара. Взрываем. Это берем. Можно БРом удать. Да-да, Взрывается. Кара сейчас будет. Следующий бьем. Хант, отойди. 400. Ой. Забрал. Взрываем. Перевати. Взрываем. Готовьтесь за хилинг. Перевозим. Дырки, что ли, кара? Захилите мага. Выбежал. Там в мельдизоне звезда. Отведи. Давай один на ман. Валера, я сейчас заводишься. Взрываем. Сейчас... Одно заведи. Захил. Заходите. Как не за... Меня убьёт сейчас, сука. Падаем. Быстрее падайте. Еще сейчас попробуем. Ну тут без ДЦ, конечно, я вижу, тут жесть просто, проседает все. Я даже эту часть света сделал.
Конечно, трудно. Трудно, блин, там у них, наверное, вообще жесть, как они потели. ПК легче хилит, там полу сильно больше просаживает, чем тебя. Ну, по-хорошему там берут ДЦР, Шама, Хпала, и Хпал просто на танках сидит. Вот, АР Шам, ДЦ быстренько захиливают. Да, там вообще под первую кару даже урон никто не получает. Да нет, под карой там почти нет урона. Если отбежать, то нормально. Там вилака она бьет, эта фигня. Да. Да, вот звезды, когда взрываются, они там что-то бьют, типа 15. Времени мало, да. Ну, на следующей неделе еще соберемся, может, с... ну, сову надо найти. Короче, кто тут? Тыкните, тыкните. Из гильдии сыта. А кто ульду поведет? А какую льду? Ну, 25. Олег? Ну, Олег ходит. А что, уже стоит РТ? Не, я так спрашиваю. Чтобы сразу же сказать то, что, блядь, мы на посланника ходим, вот будем еще сколько раз ходить, там, не знаю. Чтобы не левым чувакам каким-то отдавал составы, блядь, нашим. А, ну так он обычно так и делает. И если написать, что, ну, типа, он знает, что я там посланника. Ну, у меня уже собрано все. Мне так по приору давал. Видишь, сегодня видишь это самое. Джесс бы мог протопалом пойти, а я бы там, не знаю, шаманом, наверное, бы был. Быстрее приступав. Приступав и пошли травить. Чекай. Сос это не ТД. Так, сейчас я еще камешки поставлю, стойте. Возьмите камешки. Там в комнате может он сесть. ССКД, да. Сейчас я готов зачитать. Раньше наберите. Вот, запускай. Он рыбу ест. Чё? А, вижу. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя. Первый. Есть. Черепов он. Кара 3 секунды. Закиньте. Это черепок. Это хило. Кара, секунду. Черепка рядом, кара. Захиливайте, звезда взрывается. Браво. Последний. Давай. Так, сейчас еще появится и сразу играем. Захиливайте, пала захил. Играй по звезде. 5 секунд.
5 секунд. Секунда. Сейчас кастовать будет. Сейчас взорвется звезда. Это сейчас. А, взорвалась. Играй по этой. Поставил метку. Так, а пока. Взрывается. Танка килл. Гикил на ману, да? Поставил метку. Кара. Кара. 4 стака. Вот. Захил. Захил сейчас взорвется. Четыре попа, он сейчас взорвется. Поставил. Вот там, где метка, вот там будем заходить. Смотрите внимательно, подбегайте ближе. Не закрывай вот эту вот дыру. Ну, побежим. Пробуют 7-5 секунд. Сколько до взрыва? О, танк упал. Быстрее бы. Убивает. Не выжил, наверное. Меня убило тоже. Попадаем. Блин, ну сейчас был очень хороший трей. Да, кстати, да. Я делаю, звезды помогут мне. Жизнь не может быть. Я делаю то, что должен. Жизнь не может быть вечной. Да, там, когда last phase же, уже нет этих, ну, не этой всей фигни, просто надо будет влиться. Там нету этого созвездия, которые прилетают. Там только трэш. Да, давайте, у нас, мы можем по 5 минут на трай тратить, тогда мы успеем еще 4 трая. Когда если люди упали, сразу спинами разворачивайтесь к боссу. Не, там главное запустить или что, или там если время во время трая выходит, то... Да, три трая только успеем. Сразу рыбу ставлю. Что за СС? А нет, еще нет. Могу в бою кинуть СС. Байда поднимите. Бойд, а ты что сам не встаешь? Быстрее будет. Поднимите Байда быстрее. Он же сейчас тоже будет жрать, сейчас и бафать еще. Давай, пристабаф. И лапку. Вы по танкам дайте. Ну, подпускай раньше, держите. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Вы должны получить сообщение от наблюдателя. Есть.
Всё, появились. Кара, 5 секунд. 4, 3. Эх, кара забьёте. Кара. На ком там? Угу, побежал. Дальше черепок. Открывается. 3 секунды. Какие делаете? Кара. Открывается. Я тут кого завожу. Взрывается. Забираю босса. Камера. Поставил метку. Давайте до этого успеем еще одну закрыть. Понимаете, рейд, пока не взрываем. Вот это будем бить. Давай, играем. Мага захилите, там ревность не упала. Захилите, пала. Поставил мы. Пала, хил. Бер, пал. Бер есть, Бер? А, стою. Забафайте его. Нет, это не бей, стой, там есть еще. Не, я сам убью. Что прожмешься? Ну, построил. Катара. Далеко. Сейчас дырка закроется одна. Дайте этому шаману. Это там стоит. Ставили. И бери обязательно через взрыв. Еще дырка закрылась. Обходите, там сейчас взорванет. Сурово, блядь, закрыли. Пиздец. А ну, нет, так да? Видно же, что туда созвездия ведут. Зачем вы бежите в ту дорогу, куда ведут созвездия? Падайте, Войт, спиной давай. Это что тут сколько 13 минут? Ну отправим успеем. Сейчас главное все поняли, что делать там, не знаю. Сейчас нормально были вот эти последние два трай. Там единственное только палу надо сильнее хилить. Я там вижу, тебя просаживают очень сильно. Я даже и рейтинг защиты 540 сделал так. Чтобы не критовал. По очереди как? Ну да, Дрини. Ну БЗ только под этот. Под удар. Нету, конечно. Чё за символ? Да там, когда сальву даешь, там, короче, меньше урон летает. Это символ. А с тебя не сорвут, когда ты его дашь?
А не, когда это... Уходят все, так не зовут. Какой фигу, я не знал про такой. На ПВП прикольно. Знаешь что, я по тебе сейчас дам. Сейчас все равно БР нет, поэтому я тебе дам СС. Так, все, матбах и чек на пол. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Что-то на друга смотрит. Все, появились. Тара. Ребята, идите. Мы в зоне, вот сейчас. Взрывается. А то не успели захилить. Ну, что парить надо? Ничего нету, ни БРов, ничего. Вон так чё. Ну давай падаем, нет, мы не убьем, нам ДБ этого не хватит робота, сколько смог. Персы не хватит. Да падаем, 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 не тяните. Не заходите. Последний правильный. Да. Там 8 минут. 9. Ну будет 8, да. Даже 7. Ну все, это последний трайд, точно. Ну, можем потом так завалить нормально. А, не можем. Че? Успеем вообще? Не знаю, можем пройти эту льду, если кому-то шмот нужен здесь. И тогда договоримся на следующую неделю собраться. Кстати, завтра появляется или нет? Или он уже до следующего тогда? Не, раз в неделю только. На час. Кто тебе нужен будет? Тринка на танка, да? А там-то пиздатый, это пуха. Можем сходить сейчас, Кьюс. Все пойдут? Не, вы еще трепет с Хагира. Какой ссылка? А, РТ что ли? Я даже не видел. Там вопросик какой-то стоит. Давайте быстренько баб. Лапку, приста баб. Возьмите камушки, если кто. Там еще следите, если видите, что там звезда уже умирает. У нее хп мало, а вас еще не захилили, камушек жрите. Ой.
все готово, запускаем. Получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Где там? Череп. Бумаги. Кара, 5 секунд. Секунда. Конечно. Ханта захил. Стой, не взрывай, захилки, ханта. Ой, да. Нет. Кара нет? 2 минуты, наверное, уже. Отойдите от черепа, отойди, Мак. Мало на тебе. А, ну тут они все. В общем-то. Стоял мир. Бэром. Сейчас взрыв будет, захиливайте. 400. Захиливайте. Маху дай. 2 секунды, 1 секунда. Звезды, изводите. Сейчас взорвется звезда. Все, шаму упал. Да, там встанет? Упал, встанет же, может. Не взрывай, подожди, звезду сейчас захилим. Что за звезда? Вон. Падаем, короче. Падаем. Ну, в общем, надо взять ДЦ на следующей неделе. И я думаю, проблему так не будет. Ну а куда сейчас? Вот черный лимон увидел, что там звезда умирает. Он бежит от черной звезды и прям в него летит кар. Он прям в кару побежал. Ну, не заметил. Ну да, он вообще тупо не видел кару, потому что вот прям вот куда нападал, он бежал от взрывающейся звезды, и я просто посмотрел, все ли убегают, смотрю, последний шаман бежит. И он бежит, и тут кар начинается. И он не видя, он, наверное, назад смотрел на ту звезду, которая у него за спиной, и тупо бежал в то место, где кара падает. Тебе надо наручи выбить, там в яме падают. Да я выбью, я зачарюсь нормально. Я видел, что ты собирать будешь только вечером, вчера поздно уже. Мне некогда было это делать. Я же тебе в рейде говорил. Что это? В рейде неделя... вечером мы были вчера. Неделя спама не помогла. Че, идем? Ну, дальше что? Пронесем там кого-то. Кому там что еще не хватает? Днем собрание, все равно Мечислав головным не успел убить уже. Давайте шкаф к ним. Мне надо просто за шмотами сгонять, вдал. Хан, ткни. И меня сманите сразу локо.
Смените локо. А, черный Димон, надевай шмот нормальный. А чё мы пошли к колонну-то там? Не исчезло сейчас. А я тоже хочу сейчас посмотреть на это. Пошли на собрание. Сделаем кому-нибудь этот квест, возьмёт кто-нибудь. Давай, приходи также, Андрей. Воскресенье, 2 часа. Сейчас я наберу кого. Время кончилось. Валера, ты чё не пойдёшь? Всё, никто не хочет. Смотри, там люди плюсанули. Целка 10 бычку. Почему? Я написал да 10 рпал сова. Нет, там потом. О, Трисия, отлично. Видишь дальше. Юпи, который целка 10 опа. Сову бы еще. Ну ладно. Тебе мешает Хантер 6 када, Редки весовый. Пальпация, ну чё толку пальпация? Когда уже всё. Давай пальпацию возьмем, у нее уже когда нет. Я не знаю. Где РДК там, что не суммонит? Ну кого, кто первый засуммонится, там, значит, ставим.